В Лос-Анджелесе открылся весьма необычный ресторан под названием «Магическая комната». Главная фишка этого заведения – туалетная тематика. Даже стулья в ресторане заменены на обычные унитазы. Более того, блюда также подаются в маленьких копиях этого сантехнического приспособления. При этом сами кулинарные шедевры имеют довольно неаппетитные названия. К примеру, «Красный день календаря», «Золотые рисовые фекалии», «Вонючий тофу», да и вид у блюд тоже весьма непривлекателен. Хотя, по признанию самих рестораторов, посетители остаются довольными, у заведения нет отбоя от клиентов. А вы бы отобедали в таком ресторане?